Сайобан Хикин Кеннеди и Александр Шакалов. Но не дается мне никак произношение вот этого имени партнерши, которая родом из Соединенных Штатов Америки. Ну, Хикин Кеннеди, я как ее называл, весь короткий танец. Так уж, позвольте, буду и продолжать. Александр Шакалов гораздо старше своей партнерши. Тренируются они под руководством Натальи Дубовой. И сейчас постараются закрепить собственную 11-ю позицию. Что сделать будет непросто, конечно. Перед коротким танцем мне показалось, что
Она не совсем соответствует уровню Александра Шакалова. Может быть, давит на нее груз дебюта на чемпионате Европы. Но, судя по всему, вот и произвольный это, как мне кажется, подтверждает. Просто не хватает ей физических кондиций. Не буду рассуждать об уровне мастерства, но такое впечатление, что партнер в этой паре является не просто явным лидером, но еще и гораздо сильнее данной спортсменки. Но в любом случае, так как он уже сменил двух партнерш, выступал он раньше за Украину и за Узбекистан, сначала с Еленой Теремцовой, а позже и с Ольгой Акимовой, так как сейчас остановился на Хикин Кеннеди, видимо, скрупулезный подбор выбрал именно эту кандидатуру. Ну, начали это очень задорно, очень здорово спортсмены. Правда, к концу было видно, что здорово подустали. Поэтому непросто им будет отстоять свое 11-е место, на котором они оказались после выполнения короткой программы. Получили они за свою короткую 49-15. Ну, конечно, непросто, потому что там 49 ровно имеют Изабелла Тобиас и Дэвидас Тагнюнас, тоже совсем недавно состоявшаяся пара, вставшая в дуэт. Но если уж Дэвидас Тагнюнаса просматривали в качестве возможного партнера Яны Хохловой, это о чем-то договорит. Соответственно, он за счет своего произвольного танца вполне себе может позволить обойти и Кин Кеннеди, и Шакалу. Но в любом случае узнаем по окончании этой разминки, потому что Тобиас и Стагнюнас будут ее закрывать. А пока еще раз насладимся божественными композициями в исполнении несравненной Эдит Пиаф. Сколько, казалось бы, эту музыку брали, интерпретировали, переделывали, убирали голос, только музыку танцевали, использовали ее в спортивных программах. Но, тем не менее, она не стареет, она остается по-прежнему несравненной. Оценки этого дуэта. Выходят они на первое место, что само собой разумеется. 74,12 получают за произвольный танец и 123,27 балла по итогам двух программ. И они пока лидеры как в произвольной программе, так и по сумме. Не понимаю.